Отель «Браво Хамамет» 4 звезды. Расположен в туристической зоне Ясмин Хамамет, 500 метров от его активного центра. К аэропорту Энфида 39 километров. Симпатичный, уютный, небольшой отель среднего уровня. Подойдет для семейного и молодежного отдыха. Расположен на второй береговой линии 200 метров от песчаного, полностью оборудованного собственного пляжа. Менеджмент отеля заботится о досуге своих гостей и предлагает развлечения в качестве дневной и вечерней анимации, развлекательные программы, аэробика, настольный и большой теннис по предварительной записи бесплатно, посещение дискотеки и разнообразные пляжные виды спорта. Wi-Fi в холле отеля предоставляется бесплатно. Посещение фитнес-зала и спа за дополнительную плату. Сейчас мы детально осмотрим номера. В отеле 158 симпатичных, привлекательных номеров, оформлены в восточном стиле, в приятных, нежных тонах. Реновация в отеле проводилась в 2012 году, поэтому все выглядит ухоженно и аккуратно. В номерах есть все необходимое: балкон, кондиционер, телевидение, телефон, ванная, фен, мини-бар и сейф за дополнительную плату. Отель работает по системе питания «Ультра все включено». К вашим услугам главный ресторан, лобби-бар, снэк-бар, бар у бассейна, мавританское кафе, где можно покурить за дополнительную плату кальян, ресторан а-ля карт и диско-бар. Есть бар на пляже. Территорию отеля заполняет большой открытый бассейн, в котором есть бар. Сама территория украшена пальмами. Для деток есть мини-клуб, детская площадка и бассейн. Зонтики, лежаки и матрасы как на территории отеля, так и на пляже предоставляются бесплатно. Хочу пожелать вам прекрасного отдыха с компанией «Поехали с нами».